Лучшие славянские выпускники 2018 года, победители олимпиад, конкурсов, золотые медалисты, ребята с особыми достижениями в спорте, творчестве и учебе приняли участие в губернаторском балу. Нам удалось пообщаться со школьниками перед отъездом на краевое торжество. О том, что ожидают от бала и своих впечатлениях после праздника, выпускники рассказали нашей съемочной группе. Участвовать в губернаторском балу выпала честь 43 славянским выпускникам. Среди них учащиеся 29-й школы Станицы Петровской Валерия Казакова. Настроение замечательное, чувства смешанные, начиная от того, что я безумно волнуюсь, потому что знаю, какая это ответственность, что на нас смотрит огромное количество человек, на нас смотрит вся страна. Но в то же время это чувство ликования, это чувство гордости за себя, за свой район, за то, что мы такие умницы, то, что вот мы избранные, так скажем. Это, конечно, вызывает гордость и счастье. К балу приглашенные выпускники очень тщательно готовились, шили костюмы и платья, разучивали танцы. У нас стиль Наташи Ростовой, то есть длинное платье в пол белое, чтобы плечики были закрыты, ножки закрыты, белые балеточки, перчаточки, прическа соответствующая, легкий макияж. Вот. Готовились мы очень упорно, усердно, занимались практически каждый день, репетировали танцы, учили. Вот так. После такой масштабной подготовки от губернаторского бала славянские выпускники ждут чего-то необыкновенного. Анастасия Розина, учащаяся лицея номер один, едет в особом приподнятом настроении. Девушка написала единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов. Так что теперь можно спокойно отдыхать и веселиться на балу. Губернаторский бал – это всегда было зрелищно и красиво. И я ожидаю, что в этом году он 13-й. Хорошее число, что он будет также великолепный. Я видела то, что там строили, уже то, что там какие конструкции стояли. Я просто предвкушаю, что действительно будет круто. Ожидания выпускников оправдались в полной мере. Для них была подготовлена грандиозная развлекательная программа с дискотекой, выступлением знаменитых артистов и, конечно же, поздравлением всех выпускников с окончанием школы губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, с которым славянские 11-классники успели даже сфотографироваться. Губернаторский бал 2018 продолжался практически до утра. В ритме танца вам такое не снилось. Сокращаем дистанцию. Эй, ты не стой. Еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, ведь главный сегодня ты. Уставшие и счастливые домой выпускники вернулись только на следующий день. Впечатления от увиденного незабываемые. 1300 человек в белых платьях, во фраках стоят вокруг фонтана. Ну, сами декорации были очень-очень красивые. И все это было так устроено, что создавалось настроение, создавались эмоции. И они были непередаваемые, действительно. То есть и... Ролики были воодушевляющие, и речи были действительно правильные, действительно те, которые помогают, будут помогать в жизни. То есть не просто так сказаны. Все это запомнится, было очень круто. Вот так ярко, незабываемо прошли последние дни школьной жизни. Впереди у выпускников самостоятельный и взрослый путь. И пусть он будет таким же беззаботным и наполненным интересными событиями, как и все школьные годы. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».